Промышленная отрасль Беларуси вышла в лидеры по увеличению реальной зарплаты. Прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза. Темп роста объемов производства на предприятиях системы Минпрома в сопоставимых ценах за 5 месяцев превысил 112%. Экспорт вырос более чем на четверть. В приоритете задача президента – один район, один новый проект. ЦТ по русскому языку на 100 баллов написали 49 абитуриентов. Сегодня молодые люди пишут тест по физике. Для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти в основные сроки, установлены резервные дни. 11 и 13 июля по русскому и белорусскому, 11 и 15 по всем остальным предметам. Сертификат участники смогут получить там же, где проходила сдача. Главное при себе иметь паспорт, аттестат или специальный пропуск. Билеты на вторые игры стран СНГ в Беларуси будут бесплатными. Форум пройдет с 4 по 14 августа в 11 городах республики. Атлетам предстоят состязания в 20 видах спорта. О желании попробовать свои силы в Синеокой заявили представители 18 государств, причем не только из Содружества, но и Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Кубы и Египта. Беларусь планирует начать сборку российских самолетов. Речь идет о моделях гражданской авиации «Ладога» и «Байкал». Также подписаны контракты на поставку компонентов и деталей для МС-21, Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована. Также республика заинтересована участвовать в производстве сухого суперджета. Предприятия Могилевской области укрепляют сотрудничество с Китаем. Регион экспортирует в КНР мясо птицы, говядину, молоко, сливки, материалы леса и деревообработки. Недавно подписано соглашение о партнерстве с городом Тяньцзинь. В этом году планируются совместные проекты с провинциями Хунань и Шаньси.